Даже не смешно уже. Здорово, фрукты! Уже достали свои б***ские бревна с антресолей? Сегодня будем говорить, с какой стороны подходить к гитаре. В первую очередь, надо снять гитару с пуза и положить ее ребром на ляжку, немного приподняв гриф. Вообще, можно сидеть как классики, но это отдельная тема. Смотри на руку. Большой палец левой руки должен быть в центре тыльной стороны. Остальные пальцы зажимают нужные лады. Так, чувак, теперь в правую руку бери медиатор. Медиатор. Положи его на ребро указательного пальца. Прижми это безобразие большим пальцем, как показано на фотке. Ну а теперь, чуваки, самая соль. Задрачивание упражнений на гитаре. Чувак, это упражнение тупое, как валенок. Повторять одно и то же можно несколько лет подряд. Постарайся играть его по всему грифу и по всем струнам. Не торопись, кто играет ровно и медленно, быстро заиграет полпинка. Не забывай, что упражнений куча, и все они... Охренеть, какие интересные! Вот еще одно! Медленно набирай скорость, когда начнешь уверенно играть. Ну а теперь, чувак, как обычно, довольно известная тема из рекламы. Спокойство в доме, rest in peace. Устал, ублюдок. Не тормозят меня ГАИ. Теперь все цыпочки мои. Мечтаю, придурок. Эта тема